В окружном УМВД стартовала акция «Электронная полиция». Полицию, не выходя из дома, зарегистрировать оружие или автомобиль, узнать задолженность или оплатить штраф за нарушение теперь можно онлайн. Стражи порядка рассказали, как, не выходя из дома, зарегистрировать оружие или автомобиль, узнать задолженность или оплатить штраф за нарушением. Быстро и практично в регионе стартовала специальная информационная акция «Электронная полиция». Цель – привлечь как можно больше граждан к возможности получения госуслуг в электронном виде. Тем более, что такой вариант серьезно экономит время. Получить необходимую справку, не теряя время в огромных очередях, вполне реально, но об этом почти никто не знает. Статистика показывает, за 6 месяцев текущего года через интернет обратились в полицию всего 6% от общего числа заявителей. Тогда как в других регионах показатель равен 40%. Воспользовавшись порталом госуслуг, человек даже сидя на диване может зарегистрировать свой автомобиль, оставить заявку на получение водительских прав или оформить необходимую справку, к примеру, об отсутствии или наличии судимости. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получаете доступ ко всем услугам портала, в том числе, которые оказываются нами. Зарегистрироваться на портале госуслуг, адрес сейчас вы видите на своих экранах, довольно просто. Необходимо ввести свои данные, получить код доступа, затем зайти в саму систему и выбрать необходимое вам поле меню, а дальше следовать указаниям на сайте. С помощью интернета пользователь вправе заказать любые услуги, предоставляемые полицией, а их несколько десятков. От получения лицензии на покупку оружия до регистрации автомобиля и самое главное, никаких очередей и ожиданий. Также можно в электронном виде через портал госуслуги.ру записаться на получение либо обмен водительского удостоверения, запросить справку о наличии либо отсутствии транспортных средств, запросить справку о наличии либо отсутствии административных правонарушений. Стоит отметить, что для удобства граждан на сайте УМВД России по Ненецкому округу размещена специальная памятка. На ней отражена вся самая важная информация, а именно, как воспользоваться госуслугами через интернет. Благодаря акции «Электронная полиция» стражи порядка надеются, что уже в ближайшее время очереди в кабинетах заметно сократятся. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».